Всем привет, ребят. Ну что, мы сегодня тестируем дальше архидемона. И решил, я почитал комменты, там у нас было предыдущее видео с архи, где я тестировал, что же все-таки лучше, берс или там исцеление водушка. Сейчас мы протестируем интересный вариант. Так как архи у нас своеобразные, скажем так, я решил потестить 9-й берс. Он дает 90% ускорения. И посмотреть, что у нас получится. То есть 9-й берс с исцелением и 9-й берс с воодушевлением. Такой тест, а потом уже я еще поменяю кого-то. Сделаем замену, чтобы мы уже полностью с тыковкой, скажем так, разобрались, что же все-таки круче для тыквы. Воу-воу-воу, смотрите, что мы сделали. Будет топовые результаты или нет? Наверное, скорее всего, нет. 339 тысяч. Так, окей. Поехали на... донатный аккаунт. Так, у нас там еще битва гильдии сегодня. Ужас просто. 100% проходит. Так, окей. С этим разобрались. Поехали. Кстати, кто хочет, кидайте заявочки, вступайте. Телега на экране. Все зависит от вас. Пропуск, бэкик. Такс. Недостаточные места на складе. Ну, окей. Показывал я состав. Мы набивали с воодушкой меньше, чем с исцелением. Соответственно, мы сейчас... сольем. Ничего себе. Я уже думал, ИСО 5 упала. Так, сейчас я гляну, или у меня берс есть. Так, есть берс. Сливаем 9 воодушевление. Вот так вот. На восьмерке берс дает 70, тут дает уже 90. А рунами первый тест у нас будет исцеление. По героям вроде я ничего не менял. Все так же осталось. Тестируем также, выкидываем всех, начиная с овника. То есть в предыдущий раз вы тоже сможете посмотреть, в конце видео добавлю ссылочку. Будет вариант, мы уберем отсюда зеленую химку и сделаем смотрителем. Это уже будет следующее видео. Вот такой вот состав. Поехали. Смотрим. Самое интересное, скажем так, мы увидим под конец того, как будем сейчас добивать архи, первую попытку. То есть там у нас вышло 20 секунд. Вот с исцелением я даже не знаю. Тут есть вариант, конечно, с тыковки стартовать. Кинуть тыкву, потом огника. То есть варианты как бы разные есть. Но по времени я смотрю, не особо у нас лучший результат. Даже хуже будет. 16, 15. То есть смысла даже, я думаю, с воодушевлением нет, потому что воодушка хуже. Ну, по времени вот, интереснее будет даже сейчас посмотреть, что будет лучше в конце в итоге, чем предыдущий наш заход, где мы тестировали воодушку и исцеление.
Понятно, тут есть доля рандома, но все равно разница очень большая была между воодушевлением и исцелением. Да, тут, по-моему, будет самый худший результат, наверное, даже. Сейчас мы попробуем с вами другой вариант. Поставим воодушевление ради интереса и начнем с тыковки, чтобы архидемон загрелся на тыковку. Правда, воодушка это такое, но все равно. Хотя бы протестируем, что лучше. Потому что мы не стартовали с тыковки, но есть вариант старта с тыковки, чтобы побольше набить. Так как, когда по герою бьют, его еще дополнительно заряжают. Ну, тут есть нюансы, конечно же. Да, результат намного хуже получился. В разы причем. Так, и того, что мы имеем. Мы имеем... 1, ну, 4,5 получается. Сейчас давайте ради интереса мы сделаем вот так. И стартанем, попробуем стартануть с тыковки. Ну, разгончик может быть еще хуже. Есть, конечно, нюансы. Так, поставили воодушку, она дает 33 энергии в секунду. Тут мы уже стартанули с тыковки. То есть архидемон загрен на тыковку. Но я уже вижу хуже результат. У нас даже крит, если присмотреться, криты не по 500, не пробиваются. То есть тут результат будет хуже всего. Тут есть еще нюанс, что если ловцы выходят, они могут не давать тыковке разгоняться, потому что у них встроенный разброс. Но все равно. Смотрите, 2 минуты. Ого, это самый, по-моему, хуже результат. То есть еще, в принципе, мы и заагрили на тыковку и дополнительно как бы должны. Возможно, из-за того, что ловцы снимают энергию. Но я, честно говоря, в этом очень сомневаюсь. Мы даже 4 таким темпом не набьем. Посмотрите, как долго бьется один архи. Три, ребят, всего лишь 3. Разница, видите, какая?
где-то 3,5 будет. То есть миллион разница. Не хватает разгона. Оно вроде так и незаметно, но вот на примере Архидемона как раз таки можно посмотреть, что же все-таки быстрее и что же все-таки лучше. Потому что мало таких локаций, где мы можем затестить, ну, еще гильдейские боссы. 3, 1 и 2, то есть еще хуже результат у нас получился. Может, повезет карту вытащить. К сожалению, нету. Все, пишите комменты и ждите следующий видосик. Всем удачи, всем пока.